COVID-19 набирает обороты. За ночь скончались еще 4 пациента. Это мужчины в возрасте от 45 до 73 лет. Двое были из Кишинева, один из района Штефанводы, еще один из Аргеева. У всех были сопутствующие и хронические патологии. Таким образом, число смертельных исходов достигло 314. Между тем, в среду зафиксировали еще 247 новых случаев заболевания. Было проведено рекордное количество тестов – 1809 первичных и 404 повторных. Общее число зараженных увеличилось до 8795. Среди новых пациентов 25 сотрудников системы здравоохранения, 17 медсестер, 5 человек среди вспомогательного персонала и 3 врачей. Между тем, отмечается, что из больниц выписали еще 146 пациентов. Всего же COVID-19 уже переболели 5009 человек.